привет. Меня зовут Дэн Симовский. Я нахожусь сейчас в Шерегеше. Приехал с друзьями открывать сезон. Помимо всего, я являюсь экспертом в компании «Сплав». И за неделю до выезда я получил новую хорошую одежду от компании «Сплав». Это комплект «Райдер», который вы можете видеть, одет сейчас на мне. Это «Софтшелл». Комплект был сделан с учетом пожеланий с прошлого года. Появились карманы. Хорошо сделано, что на собачках тоже услышали меня ребята. Сделаны веревочки. Очень удобно даже в варежках открывать и закрывать замки. То есть везде сделаны такие ручечки, за которые очень легко, как видите, открывается и закрывается карман. Это очень важно. Пока все очень хорошо. Штаны очень удобные. Накладные карманы сделаны там, где нужно. Очень удобные, помещается телефон. Я запрашивал такие карманы под рацию, потому что очень удобно, когда ты работаешь с группой, и чтобы рация была в кармане. Удобно сделана юбка, которая одевается на ботинок непосредственно. Вот. И удобно очень сделаны вот эти штуки, что можно зафиксировать штанину, сделать ее уже. Куртка, кстати, пристегивается к штанам. На куртке тоже есть юбка. Все очень удобно и функционально. Немаловажно в сибирских условиях, что капюшон сделан таким образом, что он одевается на шлем. Потому что когда ветрено, это очень хорошая опция для катания, когда ты можешь на шлем одеть капюшон. В общем, комплект мне очень нравится. Также дали рукавицы пуховые. Очень теплые, хорошие. И варежки сделаны средней длины. Этого хватает, чтобы одевать их поверху куртки. Сделаны удобные затяжки. Очень удобная опция, что варежки у тебя остаются на тебе, потому что достаточно часто, особенно в ветреную погоду, когда ты что-то делаешь со снятыми рукавицами, рукавицы улетают и достаются в дар местным богам. Что неоднократно происходило в горах. Варежки легкие, очень легкие. К ним идет мешочек, в которые они складываются, они убираются в эту нету. И вот мы катаемся сегодня четвертый день. Температуры были от минус 15 до минус 20. У меня вопросов к варежкам с точки зрения температурного режима не возникло. Варежки отличные, очень нравится. И приятная неожиданность было две пары масок горнолыжных, которые «Сплав» сделал недавно. Вот сейчас я в этой маске непосредственно. Маски со сменными фильтрами, очень удобные, подходят под шлем. Пока все очень нравится. В активных видах спорта принята теория многослойной одежды. То есть у нас каждый слой одежды он не толстый и не тяжелый. И при этом очень легко таким образом регулировать температурный режим и терморегуляцию. На тело одевается термобелье тонкое, сверху одевается флиска или Polartec. Вот вы можете видеть, сплавовский Polartec, он сделан комбезом единым. Очень удобная штука, очень теплая. Когда катаюсь в Сибири и в каких-то северных историях, всегда его использую с большим удовольствием. Очень хорошо сделан, это где-то сотка флис с Polartec, очень нравится. И, соответственно, потом одевается, ну, в зависимости от температуры, одевается на флис еще какой-то слой. В данном случае это пуховик. И сверху идет уже верхняя куртка. В зависимости от условий, это может быть либо мембранная куртка, либо, как в данном случае, это на софтшелл. Вот такая теория многослойной одежды. Используется и во фрирайде, и в альпинизме, и в скитуре. И снимая или одевая те или иные слои одежды, можно легко добиться оптимальной терморегуляции. В целом, мне очень нравится работать с компанией «Сплав», потому что единственная компания, с которой я пытался сотрудничать много с кем, именно с производителем, единственная компания, которая очень быстро реагирует на, скажем так, пожелания и замечания команды экспертов. И, в общем-то, ну, у меня была история, когда мне выдали штаны, я приехал, говорю: ребят, штаны здоровские, но давайте сделаем их полусамосбросами. При мне забрали штаны в мастерскую и тут же вставили в них молнию. То есть, ну, на самом деле, реально очень круто, потому что чувствуешь себя нужным и понимаешь, что твоя работа людям нужна и важна. Реально это очень здорово, и ребята
многолетний опыт работы имеют в аутдор-индустрии. И, в общем-то, многие вещи, которые мне и дают, и которые я сам покупаю, они реально вызывают восхищение. Многие вещи, таких аналогов нету вообще ни у кого. Это реально очень круто. И мне реально снаряжение одежды вот, Сплава реально очень нравится. Потому что есть возможность практически любое снаряжение получать бесплатно. Но вот со Сплавом работаю третий год, мне все очень нравится.